Привет, друзья! В последнее время рыбки нас не каждый раз балуют интересными моделями. Есть в их ассортименте и довольно-таки проходные варианты, чего не скажешь о новой PFP-06, которую мы сегодня рассмотрим. Поехали! Итак, по традиции начнем с рукояти, но прежде акцентирую ваше внимание на том, что именно с этой моделью идет новая салфетка в новом качестве, и я думаю, тем самым рыбки стараются выделить именно вот эту модель. На самой рукояти микарта есть небольшая 3D-обработка, продается в двух вариантах. Черный осевой из дорогой серии, то есть такой осевой мы можем увидеть на некоторых ножах, например, мини Белуга, модель 2021. На остальных же моделях рыбы ставят просто обычный вот такой стальной осевой. И чтобы поставить его на модель 939, мне пришлось отдельно заказывать осевой. То есть это не такое простое дело. И здесь опять же остановим свое внимание на том, что рыбы выделяют этот нож, кроме салфетки, еще и осевым, который, кстати, еще украшен золотой шайбой из цветного металла. Далее, фурнитура, лайнеры и клипса у нас имеют черную обработку, то есть имеют покрытие, и это есть хорошо. Особенно для клипсы, потому что она не будет у нас привлекать внимание. Плюс в том еще, что клипса скрытого ношения, наконец-то производители меня услышали в который раз, прислушались к моему мнению, что не нужно фантазировать, берете клипсу от Кешика, стираете название, да, за доллар клипса и ставите на буквально все свои модели, либо используете подобную. Вот это наконец-то дошло и до рыб. Давайте, собственно, посмотрим, как нож фиксируется на кармане. Глубокая посадка, можно даже сказать, скрытого ношения. Нож полностью спрятан в кармане. Клипса обработана, плюс еще обработка у нас не глянцевая, а матовая. И вообще вопросов нет. Ни по форме клипсы, ни по обработке, ни по жесткости. Хорошая фиксация, хорошая форма, и в итоге нет никаких вопросов. Далее смотрим на центровочку клинка. Все по центру. Керамическая фурнитура, естественная хорошая механика даже с коробки, без люфтов, плюс еще прикатаются подшипники, и я думаю, клинок будет падать под своим весом. Но давайте заглянем внутрь ножа и посмотрим, что у нас там внутри. Итак, стальные лайнеры имеют сквозную фрезеровку, то есть облегчены. Керамический шарик детента, керамические однорядные подшипники в латунной обойме, но в который раз у которой модели мы фиксируем тот факт, что стопорная бонка очень близко расположена к подшипникам. Что сужает осевой? Да, это менее надежно, чем могло бы быть, менее грамотно, но и это не старшая версия мини-белуги, которая весит 160 грамм. Это у нас обычный вариант, 123 грамма при длине клинка, если мерить от начала до кончика 89 мм ровно. То есть китайцы старались сделать его максимально легальным до 9 см, чтобы попасть на максимальное количество рынков во многих странах. Проверим баланс. Баланс немножко, как видим, уходит в рукоять, виной тому не толстый обух. Ну, лучше будет пусть такой баланс немножко в рукоять, чем толстенный обух. В данном же случае у нас всего лишь где-то примерно 3,2 мм. То есть можно сказать, что это в каком-то смысле даже резак. Спуски практически от обуха. Да, есть дол, но он такой больше дизайнерский. Хорошая ширина лезвия, хорошее сведение. И, кстати, модель это называется «Носорог». В первую очередь, в основном, я думаю, к этому стимулировала форма клинка, то есть похожая на рог носорога. Что по стали? Сталька у нас здесь К110, есть соответствующая маркировка, есть маркировка модели. Да, нужно будет ухаживать после работы. Желательно лучше, конечно, протирать клинок тряпочкой, чтобы, так сказать, себя немного обезопасить.
Но по форме клинок очень даже мне нравится, такой резучий, при этом есть какая-то своя изюминка, тот же дол, та же интересная форма, которая работает и на рез, и на протыкание. Естественно, резать он будет лучше, потому что форма лезвия больше способствует резу, но будет и протыкать во вторую очередь уже, потому что в меру деликатный кончик, особо какие-то предметы такие, как, например, консервные банки, я бы не советовал протыкать, но вскрывать упаковку, посылки, конверты и так далее, почему бы нет. Замок у нас, лайнер заходит на начало, снята вот такая фаска для удобства работы, в принципе, все здесь хорошо. Давайте проверим, продавливается или нет. Нет, чуть-чуть заходит, как и должен быть, чтобы клинок не упал на пальцы при нагрузке и не подлипает. По удержанию очень понравилась рукоять. Есть 3D обработка небольшая, как я сказал, но и есть достаточная ширина, то есть очень хорошо наполняет ладонь. Можно выполнять какие-то даже силовые работы, естественно, без фанатизма. С деревяшкой он справится, но вот канализационные люки я бы подбирать не советовал. На обухе ближе к рукояти есть насечки, конечно, не совсем адекватная здесь длина, хотелось бы чуть-чуть больше, но, видать, в угоду дизайну сделали их вот такими небольшими, и, в принципе, половину большого пальца они фиксируют. Есть чел, тоже полноразмерный, можно им пользоваться, выполнять деликатные работы кончиком. Молоточный хват вообще зверский, уверенный такой, наполняющий ладонь, и запас для большой руки также имеется. По хватам вопросов нет. Можно отметить в заключении. Мне понравился дизайн, понравилось то, как нож выглядит и то, как он исполнен. Очень понравилась клипса скрытого ношения, еще матовая обработка. Механика стандартная для компании «Окаменелые рыбы», здесь вопросов нет. Внутри стоит керамика, лайнеры облегченные. Хороший клинок, нарез на протыкание, но не для особых нагрузок, потому что в меру деликатный у нас кончик, да и самое сегодня такой, чтобы там поддирать люки. Но лезвие понравилось, тонкое и по обуху, по сведению, красивая обработка, все. Сталь хотелось бы, конечно, в идеале Сэндвик, либо ВГ-10, но и Каст-10 пойдет, если за ней будет уход. Отличная рукоять. К такой бы рукояти вот такой клинок вообще бы было идеально. И к минусам запишу то, что ради продаж, так сказать, производитель немного купировал клинок. Если присмотреться, то можно увидеть, что можно было бы выкрасть каких-то миллиметра 2-3 лишних для клинка, углубив бэкспейсер. Но решили вот сделать стандартное 89, чтобы везде продаваться. Это, я считаю, минусом небольшим. Но в целом очень интересный, качественный, красивый ножичек. Для сравнения габаритов у меня здесь есть мини-белуга. Вот так они выглядят на фоне друг друга. Есть у меня модель
2021, уже приближенная по размерам, но тоже чуть-чуть поменьше. Есть у меня 979, тоже немножко поменьше, и есть нож побольше, это у нас модель 939. Этот нож уже по клинку, по рукояти и по весу превышает носорога. Вот такой был сегодня ножичек. Оцениваю его в общем положительно по дизайну, по обработке, по исполнению, но есть также и свои небольшие минусы. На этом все. Все ссылки в описании. Там же ссылка на наш телеграм-канал, где мы каждый день публикуем новинки. До новых встреч. Пока.